Здравствуйте, неугомонные строители, каменщики, плиточники и все остальные любители всяких изысков. Домашнее производство тротуарной плитки набирает невиданные обороты, а потому не лежится вам на диване и не смотрится в телевизор. В этом видео небольшой пример расформовки или распалубки тротуарной плитки и бордюров с применением горячей воды. Сам процесс распалубки, в общем-то, не представляет особого труда. Нечего здесь даже и комментировать, все прекрасно видно. Просто я видел, как производят эту распалубку, расформовку, постукивая формами. Но это, во-первых, вредит. Вот, кстати, я проверил, что бордюр, он не вываливается с формы. Вот это лицевая сторона, и я ее повесил, как бы свесил бордюр, чтобы он не касался. Вот в данный момент я поливаю водой, температура воды градусов 70. В общем-то, здесь без нарезки. Вот это сейчас будет реальное время доставания. Здесь нет нарезки, здесь идет все одним куском запись. Сейчас посмотрим. Вот я полил. Ну, сколько здесь прошло времени, я могу даже сказать. Пол. Ну, секунд 20-30. И вот все, она досталась. Все, она снялась, посмотрите, какая поверхность, ровненькие уголочки, ничего нету, не мешает. А представьте, что нужно было этой формой стучать по специальному там приспособлению делается. Во-первых, самое главное, здесь во всем этом преимущество то, что сам этот бордюр, он еще сырой, он пролежал в этой форме меньше суток. То есть, если сейчас попробовать им постучать, то либо он треснет, либо лопнет. Конечно, можно было эту форму продержать двое, а то и трое суток. Цемент бы хорошо схватился. Можно было даже постукиванием доставать спокойно, уже не боясь за повреждения. Но в таком случае нужно было эту форму задействовать трое суток. То есть ждать, либо надо утроить количество форм. Ну, так можно использовать одну, две, три формы каждый день. Это все-таки большое преимущество. Здесь я вот тоже без нарезки достаю бордюр, вот такое, и следом вы увидите, как я достаю еще и камень. Тоже вот смотрите, идеальная поверхность, все идеально ровно, ровные уголочки. Хотя, повторюсь, бордюр сырой, и если предположить, что сейчас бы я им стучал, чтобы выбить из формы, то наверняка он бы повредился. А сейчас мы посмотрим, как я достаю тоже из формы. Здесь у меня тротуарная плитка. Здесь тоже я сделал без нарезки, одним куском. То есть вот это все происходит в реальном времени, именно так. То есть здесь тоже времени заняло очень мало. Хотя есть у меня видео, где я показывал, как с помощью солнца, тут я поливаю кипятком, а так я просто форму выкладывал на солнце и доставал. Все-таки с солнцем мне понравилось лучше, хотя немножко дольше, может быть, держит, нужно продержать на солнце. Но дело в том, что сама форма гораздо чище оказывается внутри почему-то. Либо отпаривается, ну, короче, вот такой процесс происходит при расформовке, при распалубке. Вот видите, вот они, четыре камушка, все отлично. До свидания.